На мероприятии приняли участие воспитанники Кемеровской детской школы искусств номер 19 в возрасте от 10 до 13 лет. Ребята разделились на две команды – патриоты и патриотики. Участникам необходимо было ответить на 40 вопросов, на каждый из которых было отведено 30 секунд. В итоге победу одержала команда патриоты. Вопросы викторины сопровождались дополнительными сведениями по истории Отечества. Школьникам было предложено назвать героев классических литературных произведений, имена героев России, известных отечественных писателей. Кроме того, им предстояло выбрать символы России, угадать песни, связанные с Великой Отечественной войной, ответить на вопросы, связанные с военной символикой. Напомним, штаб общественной поддержки партии «Единая Россия» открыт Кузбассе в апреле 2023 года по просьбе губернатора Сергея Цивилева. Его возглавил народный артист России Владимир Машков. Штаб объединяет на своей площадке представителей различных объединений, заинтересованных в развитии региона.